Привет, привет! Я наварила вот такое красивое мыло. Смотрите, какое красивое. Большое, гладкое. Вот. Очень красивые кусочки. С губками, с шоколадкой. Губки шоколадки это сварено, ой, не сварено, а залито из основы. То есть готовая мыльная основа заливается в формочки, вот, декорируется. Такие вот кусочки. Мыло сварено на двух маслах. Мое любимое топленое и кокосовое. Очень хорошее мыло. Краешки я обработала. Вот. Макушку сделала кондитерским мешком. Посмотрите, как все красиво вышло. Мыло мы этому узреть 4 недели. Как раз можно будет пользоваться. Можно на 14 февраля подарить близким. Можно на день рождения, на 8 марта. Как раз мыло будет уже готово. Вот такое вот красивое мыло. Пока-пока.